Здравия желаю. Итак, сегодня пробовали запускать на батарейках. Значит, что? 12 батареек по 6. То есть 6 и 6. По 40, как бывает, должно быть. Видите? 12 на 6. 12 на 40. Сейчас. 12 помножить на 40. 480 как бы должно. На 480 бы это потянуло. Но там вряд ли даже, не то что там одна половина. Там вряд ли даже в этих батарейках старых от ноутбука. Вряд ли есть даже 1/4. То есть ватт 100, то есть я запускаю, сейчас еще запущу при вас, посмотрите. То есть работает минуту-две и отрубается. Сейчас запустим еще раз, чтобы убедиться уже при вас. Вот сейчас я поставил на подзарядку ее. Посмотрим. Так. Значит, она... Вот зарядилась. 2,4 показывает. 2,4. Сейчас включим. Значит, включаем. Реле поставил на 0,1, 1/4, потому что вот она реле. Запускаем реле. Так. Посмотрим. Так. Выходное напряжение какое? Отсюда сначала. Входное, а потом выходное. То нужно входное, наверное, низкое. Так. Входное здесь у нас переменка. Переменку запускаем кнопку, запустили, вот пошло, от 190 до 250. Все, видите? То есть не держит она нифига. Минуту работы, все. Это без нагрузки даже. Но батареек не хватает помощи. Здесь надо было на входе где-то от 250 до 180 переменки. На выходе. Сейчас запустится. Опять запускаем. Тут всего, видите, доходит до 85, до 89, до 90. 97 вольт выход. 100. 100 вольт выход. Вот сейчас дольше работает. Все. То есть это без нагрузки. Мощности хватило. Таких батареек хватило мощности только
на минуту полторы без нагрузки. Я еще не подал питание на этот. Вот с этого упрямителя, чтобы, как говорится, заряжать батарейки одновременно. То есть система с такими батарейками не тянет. Где-то, значит, у них не больше 80-100 ватт где-то. А нужно где-то ватт 200. То есть два раза меньше, чем нужно. Поэтому, я думаю, надо все-таки не спешить, а брать новое, наверное. Брать новое, заказывать батарейки с нуля. Так все пойдет. Если возьмем новое с нуля, то все пойдет. А с этими даже хватает на минуту полторы, даже без этого. Я не включил нагрузку. Ни лампочки не включил, ни это. Ни зарядку батареек повторную с выхода не включил. Она на холостом ходу уже садится. То есть вот ватт 80 у ей. А мы считали, надо ватт 200-250 для запуска системы. Сейчас еще попробуем на... Значит, одну секунду попробуем. Так. Одну секунду. На такой режим попробуем. Включаем. Так, здесь включаем. Включаем инвертор. Все. А на такой промежуток гаснет сразу. То есть не тянет ни на каком. Это без нагрузки. То есть батарейки слабые. То есть надо все-таки покупать, как я сказал, уже новое. То есть пока ставим эту схему. Значит, опыт прошел неудачно, но будем, как говорится, все-таки копить, покупать новые батарейки. И тогда заново запустим.